Несколько серьезных коммунальных аварий за минувшую зиму. Но в новом сезоне такие случаи хотят предупредить. В Советском районе готовятся к отопительному сезону. На проблемных участках и котельных проводят ремонтные работы. Промывают тепло- и водосистемы. Продолжит Игорь Скворцов. Тотальное обследование сетей и объектов тепловодоснабжения с последующей промывкой и опрессовкой инженерных систем. На котельной номер 9 по улице Кирова эти процедуры уже сделаны. Теперь идут работы по ревизии и замене котельного оборудования, чистки газовых котлов. Идет масштабная работа по подготовке к зиме и в других поселениях муниципалитета. Так, в Малиновском проведена промывка под давлением тепловодомагистрали. Задача – удалить ржавчину из труб. Ведется и замена аварийных участков сетей общей протяженностью около 2 километров. Компрессор есть, вода есть, все работает, люди есть. Много еще ремонтов колодцев, чистка, ревизия. Да хватает за на лето работы. Комплекс ревизионно-ремонтных мероприятий по промывке и опрессовке сетей с использованием компрессора высокого давления – выполнен и в поселениях Таежный и Пионерский. Все работы по замене тепловодомагистралей проводятся в штатном режиме и в полном объеме. Те же задачи будут решаться и в Советском. Планы на Советский в этом направлении также имеются. У нас большие протяженности планируются к замене от котельной 9-й, это улица Кирова, и от котельной 10-й, улица Гагарина. В настоящее время ведется проектирование, протяженности будут уточнены. К ремонтным работам сетей тепловодоснабжения в районах 9-й и 10-й котельных Советского коммунальщики приступят по завершению проектно-изыскательской работы по данным объектам и после прохождения государственной ценовой экспертизы. Игорь Скворцов, Юрий Петров,